Всем привет, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем путешествовать по миру Ведьмака 3, дополнение «Кровь и вино», и сейчас мы с вами ищем гроссмейстерский доспех Школы Кота. Расскажи Ведьмаке из Школы Кота. Год назад княжеский бронник Долане обратился ко мне с просьбой подтвердить подлинность присланного ему ведьмачьего чертежа. Он работал над новым доспехом для гвардии, а какой-то ведьмак из Школы Кота хотел продать ему чертежи полного снаряжения, что было бы очень кстати. Это действительно был ведьмачий чертеж? Вне всякого сомнения. Жаль, Долане не разрешил мне его скопировать. Он был очень взволнован, боялся, что ведьмак просто убьет его и заберет деньги. Не исключено, что боялся он не зря. Вскоре после этого Долане исчез без следа. Я бы поискал зацепки в его доме, но его жилище пришло в запустение, и теперь туда и зайти-то опасно. Наверное, это имение Долане. Но! Эй! Надо как-то попасть внутрь. Ну, раз надо, значит попадем. Не пальцем деланные, в конце концов, да? Ну давай. Геральт. Твою мать, Геральт. Ну тут же явно можно залезть, а? Блин. Здесь лезть придется, да? Ну да. Это вам не ассасин. Тут так просто по крышам не полазить. Так. Квен. Так, это у нас отличный северный ветер. Не подходит. Аксий, пожалуй, подойдет нам больше. Да ладно, чё, не попал? Ну, Геральт! Слушайте, это какая-то жопища. Надо проходить дальше. Меня вот этот вот лучник напрягает. Оп. Ладно, сейчас мы вот так... Оп, так, Игни. Отлично. Так, ты меня, товарищ, достал. Ну? Ого! Кровь, кровь! Блин, Геральт, давай. Все, справились. Ох, мои нервы. Невозможно. Ох, раны святого лебеды. Спокойно, все кончилось. Благодарю вас, сударь. И прошу простить за секундную слабость. Не желаете какого-нибудь снаряжения? Вилла с виду заброшенная. Ты ее владелец? Скорее, временный смотритель. По распоряжению министра казны я должен опекать собственность пропавшего графа Долане. Только во дворце никто меня не предупредил, что вилла — логово разбойников. Ой, впрочем, благодаря вам таковым уже не является. Я ищу кое-какие рукописи, свитки с чертежами ведьмачьего снаряжения. Может, есть у тебя что-то подобное?
Я пока не успел провести инвентаризацию всякой мелочи. Я только приехал, а тут эти ужасные разбойники. Ну, если хотите, сами поищите. Спасибо. Бывай. Так, это очень хорошо, но нам нужно обобрать здесь немножко лут. Деньги нам явно лишними не будут. Так, нет, не это. Да, блин, опять ты на эту... Переключается на одно и то же. Отлично. Так, что здесь есть? Приказы для Рубена. Ключ от виллы. Отлично. Приказы. Рубен, какой-то шелкопер со двора ее сиятельства вынюхивает что-то на вилле Вендетте. Мне, наверное, не надо объяснять, почему мне это дело не нравится и насколько. Вам надо его найти и убить, поместье сжечь, всем, кто бы там с ним не сидел, веревку на шею. Никакого насилия, никакого сажания на кол, никаких церемоний. Возвращайтесь быстро в руины Артах, а то у меня для вас есть еще работа. Астраген. Руины Артах. Надо будет взять на заметку. Может быть, когда туда и попадем, да? Так, это... Это кто? О, смотрите-ка. А, ну это как раз то, что мы осмотрели с вами. В любом случае, видимо, нам придется заходить внутрь виллы. Но для начала все-таки надо посмотреть, что здесь есть по чемоданам. Разложено. Ох, вина тут сколько. Нажремся. Так, еще какая-то записка была. Опа. Неожиданно. Я... Слушайте, так они тут уже и жрать готовили себе. Разбойники-то. Сыр, колбаса. Опа. Письмо Бартоломео де Лане. Чертеж доспехов. Один мы нашли пока. Читаем письмо. Дорогой Бартоломео, я получила твое письмо и рада, что ты нашел решение своих проблем. Ведьмак, судя по описанию, действительно может быть опасен, но ты же всегда повторял мне, что все они хладнокровные убийцы и выродки. Однако я думаю, что ты, несмотря на что, должен согласиться на его предложение. Если эти чертежи действительно иллюстрируют новейшую технику в изготовлении доспехов, тебе удастся не только выполнить контракт, заключенный в достопочтимой княгине, но и вдобавок и прославиться, а ведь именно это и было для тебя всегда так важно. Просить охраны у бандитов из дворца Гелиона – это хорошая мысль. Если уж рыцари не могут с ними справиться, то ведьмак тоже почувствует к ним уважение. Рожденные в недобрый час всегда испытывают уважение друг к другу. И все-таки береги себя во время этой встречи. Бандитам и мутантам никогда нельзя верить. Всегда твоя Белинда Делане. Очередная история жизни, принесенной в жертву жадности и амбициям. Не удержался, взял венцо. Так, тут закрыто. Обыскать руины дворца Галеона. Вот так вот. Подождите, а что здесь было? А, залатанный жилет, блин, я думал... Как-то двемеритовая кожа или что такое. Огурец и сухофрукты. Никому не надо. Дарю. Опа, тут еще можно и наверх подняться. Ну-ка, ну-ка. Что у нас тут заныкано? Гвозди, проволока. Ну, блин, возьмем. Пум-пум-пум. А вот ничего хорошего тут и нет, да? Да. В общем-то, поэтому мы спрыгиваем вниз. Немножко ломаем ноги. И попробуем в виллу зайти. Нам нельзя никак. Так, ну, судя по всему, вход он закрыл. Своим телом. Вот здесь вот сбоку есть какой-то вход. И тоже закрыто. Собственно, наверное, все. Нам здесь делать больше нечего, да? Сейчас еще с этой стороны глянем. На всякий случай, мало ли. Нет, тут, видите, конюшня.
и ничего хорошего нет. В общем-то... О, сундук. Мы его брали, нет? Не брали. Кстати, все это можно продать ему. Привет! Сейчас быстренько продадим. Эй, он не покупает это. А жаль. Очень даже жаль. Ладно. Спасибо, бывай. Тогда отправляемся с вами во дворец Галеон. Тут мы теперь выйти можем? Да, теперь можем. Супер. Еще бы здесь был стол быстрого перемещения, вообще бы было здорово, да? Кстати, 200 метров, 200 шагов. Не так уж и далеко до дворца. Хуё-моё, свежее бельё! Так, где он, где он, где он? Обходи его, обходи! Да блин. Вы знаете, надо вот так сделать. Ай, блин, нельзя использовать знаки. Он заклятие ложит. Достал. Сейчас. Вот так. Фух, я натренировался. А что здесь такое? А, здесь граница, что ли? Присягаю. С разбойниками сражаться до последнего вздоха моего и их. Только что рядом тут стоять. Разбойник проехал. Прохода нет. По приказу графа Дисальвареса проход закрыт. Здесь водится Василиск. Клянусь честью, разбойников бить, громить и гнать до самых здесь границ нет. Княжества. Охотничьи угодья Василиска под охраной графа Дисальвареса. А, вот так вот даже. Ну ладно. Мы объедем. Охотничьи угодья Василиска. О, похоже, вот эти руины. Убежище Ганзы. Вы приближаетесь к убежищу шайки разбойников, которые в этих краях называют Ганзами. Соблюдайте особую осторожность. Приготовьтесь к тяжелому бою. Разбойники хорошо организованы и в случае атаки могут позвать помощь из других лагерей. Чтобы этому помешать, убейте разбойника, бегущего с факелом к сигнальному костру. Ваша основная задача – убить предводителя Ганзы. Шикарно. Что сказать, шикарно. Ищи этого еще предводителя. Так. Ребята, давайте посмотрим умения персонажа. Мощь знаков. Тут, наверное, нам понадобится сейчас контроль. Марионетка, да. Да блин! Ставь на место. Аксис сюда. Контроль. А, точнее, марионетка. Блин, что там у нас было? Все перемешал. По-моему, обман был, да? Вот это у нас что? Марионетка. Жертва ненадолго превращается в союзника. Второй режим. Цель не приближается к Геральту. Так, это обман. А, вот это мы сюда ставим. Отлично. Так, из боевых знаков. Память тела увеличивает урон от быстрых атак. Стоит. Точные удары увеличивает шанс нанести критический удар. Стоит. Это что? Быстрые атаки теперь вызывают эффект кровотечения. Блин, неплохо. Однако. И вот это у нас что? Силовая тренировка. Увеличивает урон от мощных атак. Ну что, кровотечение? Или все-таки
А, так у нас стоит это, вот это вот. Атака в развороте, наносящая урон всем окружающим врагам. На протяжении всей атаки расходуется энергия и адреналин. По-моему, это как раз что-то... Я не помню, как ее сделать, описание. Нет. Это не то, активировать. А как ее делать-то? Или она так и делается, блин, просто. Должно быть, об этом бандитском лагере и писал Делане. Да, блин, собачка. Чего вас тут так много? Опа, да, тут надо вот... Не-не-не-не-не-не! Фу! Так, Аксей. Нет, не тот. Совсем не тот знак. Но тоже неплохо. Отлично. Так, 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 так. Пьем воду. Дерьмо. Дерьмо не то слово, Геральт. Они позвали подмогу, по-моему, да? Оп. Слушайте, отравление проходит, да? Да блин! Давай сюда, ублюдка! Вали его! Твою мать! Да давай, Геральт! Хватит! Ох, красава! Отлично! Да славится он, лебеда! Супер! Кстати, неплохо перескакивает, да? Ну-ка, дружба! Даже марионетка, пожалуй, нам и не нужна тут. Оп! Неплохо, оглушение срабатывает. Да блин, Геральт, проходи. Отлично. Фух, главарь, где ты? Так, это мы можем затушить, я так понимаю, да? Давай сюда, ублюдок! Нет? Да сюда пей. Ай, только не загорись. Не, он в эту сторону не бьет вообще ни в какую. Да блин, что происходит? А, мы в бою, вот, понятно. Иди, повоюй там. Ну вот, отлично. Давай, иди сюда. Иди, иди сюда. Геральт со мной полностью солидарен. Насчет иди сюда. Давай сюда, ублюдка! Ну? Цыпа-цыпа-цыпа-цыпа. Беги обратно. Как дам по этой седой башке! Побежала. Куда побежал? Эй! Кто выстрелил? Ах ты, гаденыш! Так, меня вот этот лучник... Быстрее! Быстрее! Класс! Красиво загорелись, ничего не скажешь. Так, главарь, где ты есть? А, смотрите-ка.
Подъем наверх. Еще можно сдаться. Отсоси за мерси. А вот хрен! Просто по красоте. Давай, Геральт, надо залезть повыше. И пусть они нас потом там ищут. Во. Ах ты, херь висячий! Это ты тут, что ли, главный? Давай, навались! Оп. Ну? Располовинил. Магических ритуалов какая-то кукла. Так, что дальше-то? Ну, убили мы главаря. Дальше что? Ладно, тут пособираем трофеи пока. Может, к нам кто придет? Нет, это явно не то, что мы ищем. О! Записки Антуана Скворца Страгера. И чертежи какие-то. Так, записки сейчас пролистаем. Отлично. Ну-ка. Так, что здесь? Трубка осталась. Трубка нам не интересна. В сундуке мы уже смотрели? Да. Видимо, да. Значит, надо будет идти вниз. Осматривать все там. Ну, куда деваться, значит, пойдем. Ведьмак, позволь тебе на минуточку. Меня уже задница от седла болит. Конец бесчинствам Ганзы. Вы разорили логово Ганзы и что-то там бла-бла-бла и куда-то там куй чего-то зачем-то. А вот и он, усмиритель Ганзы Скворца Страгина. Не, ну чё, круто. О, кстати, кузнец. Ну ничего себе. Значит, Скворец Страгин в жопу долбанный сукин сын жрет землю. Пусть ему на том свете будет худо. Дам тебе за такое дело солидную скидку, ведьмак. Покажи, что ты тут продаешь. Давай-ка, дружок, покажи. Так. Продать. И это тоже продать. Тут перчаточки какие-то. Мощарда, сопротивление ударам, продать. Вот так вот я все продал. Тут мы можем, конечно, прикупить. Какая-то была укрепленная шкура драконида, блин. Хрена себе, стоит она. Да, придется копить бабло. Кстати, если помните, нужно было нам с вами в банк наведаться. Надо будет заскочить туда. Встречал я уже одного Страгина. Да ты чё? Надо думать, не человек был, а дерьмо. Приличных людей таким именем не называют. Не скажу за всех Страгинов, но тот и правда был мерзавцем. И конец его ждал преотвратный. Ты прикончил, ублюдка! Я так и знал! Это сделали друиды. Его сожгли живьем. Вот и чудненько. До встречи. Как же вечером поразвлечься, если все достоинство натерто? Так, теперь... Сон укрепляет, а вино усыпляет. А где здесь, я не понял. Отсюда вывод,
Доспехи... Вино укрепляет! А, вот. Доспехи улучшили. Теперь надо обыскать эти руины чертовы. Будь я хоть чуток здоровее. Не могу сказать, что было сильно сложно. Да, да. Было много противников, но прям чтобы усраться. Ты мне мозги усраться не пудри, маг. Я-то вижу, какой от сложностей. Устым такого, конечно, не было. Так, давайте искать. О, нам же еще вареник. Зачем я взял вареник? Неожиданно. Интересно. О-о-о, подождите, мы же вот здесь, с этой стороны, сундучок не обыскали, да? Жерелье какое-то. Ничего себе. Прочь с глаз мой! Иди в баню. Во, записка от Ганзы. Чертежи еще. Так. Все пошло по плану. Бартоломей Делане оказался идиотом, как я и думал. Но и ведьмак дал заманить себя в ловушку. Слишком уж уверовал в свои силы. Мы с самого начала разыгрывали сонных дуболомов, которые только и ждут, пока им удобрят грядки. А когда Делане и ведьмак наконец договорились, тот второй проболтался, что остальные чертежи спрятаны в пещере душной ямы. Место это не безопасное, но может нам удастся добраться до ведьмачьего тайника. Делане хватило одного болта, выпущенного из укрытия. От ведьмака мы ожидали большего. Так что и получил он несколько. И правильно, очень уж он оказался живучий. Хотя подняться уже не мог. Я позволил ребятам проверить, сколько боли может выдержать ведьмак. Заслужили же они немного забавы за хорошо выполненную работу. В конце концов, мы добыли деньги Делане, а скоро постараемся добыть из душных ям чертежи. Ну и продать их, раз уж они такие ценные. Ведьмак и оружейник, такой нам чертовски не повезло. Душные ямы. Странное название для пещеры. Да, винограду, в чьем соки тонут. Интересно, успели бандиты вынести клад из пещеры? Да, вот это уж точно интересно. Так, плотва. Поехали. Ты мне мозги поехали, не пудри, плотвичка. Я-то вижу, какой ты забиян. Ну, вы знаете, по-моему, вот эта миссия поинтереснее, да, чем предыдущие поиски доспехов. Тут уже какое-то разнообразие. Да, она, конечно, дольше, но, тем не менее, гораздо интересней. Так. Ну нет, мы не будем с волками связываться. Боже. Не вижу в этом вообще никакого смысла. Чё это ты, Геральт? Какая-то тут пещера нарисована прям. Мега небезопасная. Подождите, мы что, в ней были уже? Как будто были, да? Надо осмотреться. Ну ладно, идем. Там какая-то дрянь, наверное, скалопендра. Скалопендроид. Так. Если это скалопендроид, то место вот этого, да? Да. Место вот этого нам надо поставить второй режим Ирдена. Магическая, да, альтернативный режим. Мы ставим вот сюда. Супер. Ну, вы сами видели, как это эффективно работает. В конце концов, да? Да, слушайте, я, по-моему, в этой пещерке уже бывал. Бывал и даже находил вот здесь вот что-то в этом сундуке. Интересненько. А что же я тогда мог пропустить? Я самое главное ничего не вижу. А, вот, смотрите. Дневник. Дневник Александра. Читаем. Я сжег за собой все мосты. Быть может, я мог бы еще вернуться, если бы не то, что я совершил убийство и забрал с собой эти гроссмейстерские чертежи. За мной наверняка уже гонятся. Остается надеяться, что если дело выгорит, я начну новую жизнь далеко на юге. Конец ведьмачьему ремеслу.
Я не могу полностью доверять Делане, тем более, что он попросил о встрече в логове бандитов. Чертежи я спрятал в пещере, в которую не войдет ни один нормальный человек. Если все пройдет спокойно, я получу деньги, открою ему расположение тайника, а за дополнительное вознаграждение схожу с ним к лисьим ямам. А если мне не повезет, но кто-нибудь найдет эти записки, то пусть знает одно. Стоило убить своих, стоило украсть. Лишь бы только бежать от этой паршивой жизни на пути. Каждому ведьмаку порой хочется бросить все и уехать куда-нибудь. Этот решил добиться своего любой ценой. В этих чертежей нехорошая история, но я использую их на доброе дело. Ну что ж, друзья, на этом мы серию закончим. Не забывайте ставить лайк, подписываться на канал и до скорых встреч! Пока-пока! Не терпится увидеть продолжение? Жми на видео в аннотации или переходи по ссылке в описании на новый канал Game Life Tactical. Мы переехали!